достаточно просто. И если вам это показалось простым, хорошо, но надо это сделать так, чтобы у вас не получалось на автомате, чтобы вы об этом не думали. Вы должны это знать и не просто применять, только вы можете каждому об этом рассказать. Вот тогда это будет круто. То, что мы сегодня с вами делаем. Во-первых, мы начинали с того, что очень важно двигаться во время того, как вы танцуете. И не важно, что вы делаете. Даже если вы стоите на месте, то вы двигаетесь. То есть вы не можете просто танцевать на месте. Любое ваше движение – это есть движение из точки А в точку Б, и оно постоянно. Бачата не линейный танец, поэтому вам нет необходимости двигаться только в сторону. То есть вы можете сюда делать это по кругу, ходить сюда. Вот вы не вовремя отвечаете за руку. Все, я все записал. Макс не вовремя позвонит. Дальше. Положение корпуса. Когда вы партнеры, когда вы ведете партнершу, когда вы в принципе стоите, ваши руки, они держатся спиной. Если вы уводите лопатки, вы собираете лопатки, все. Повесили руки на эти мышцы. Вы можете проверять так. Если вы можете опустить спокойно руки, и вам от этого нет дискомфорта, значит вы неправильно держите. То есть, если вы держите спину, поднимаете руки, все, вам не хочется их опустить, они у вас не устают. У девушек тоже руки легкие, они держатся спиной. И мы прямо держим контакт с партнером, мы расслабляем руки, и он нас чувствует, чувствует наш вес. Да, что бы вы ни делали, вы можете идти сюда, вы можете резко уходить. То есть партнерша всегда будет за вас держаться, должна держаться, не вцепляясь, а просто за счет того, что ее руки находятся там. Так, по элементам. Раз, два, три, четыре. Выводим партнершу в проворот, дожидаемся. Проворот. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Касательно этой позиции. Левая рука, это точка контакта локтя и какой-то части передней партнера. Контакт второй наверху, грудная клетка и спина партнерша. Третий контакт это вот, вот здесь. Вот вы держите партнершу. Вы не зажимаете руку, не зажимаете ее живот, вы аккуратно придерживаете ее справа, слева и сзади. Какой-то там счет и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше выход наверх, поднялись. Любые выходы делайте сверху вниз, либо снизу наверх. Снова поднялись, притянули партнершу к себе. 5, 6, 7, 8. И последний элемент. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 5, 6, 7, 8. Раз, два. Вытянули партнершу мимо себя. Сами шагнули налево. У меня лес еще на правой ноге, просто убрал ногу. Корпус партнерши держит с партнером. И проворачиваю партнершу, вывожу ее к себе, возвращаюсь по центру. Так, сколько хватит терпения. Долго, долго, долго. Это можно делать медленно, медленно. Можно делать быстро, 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 быстро. Проворот, проворот. И на basic 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, касательно захода вот в это положение. Раз, два, три. Вы можете остаться в той же линии, либо партнер может уйти за партнершу. Тогда у партнера, во-первых, будет шаг за партнершу большой, пропуск одного шага и выход. По счету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз,